вырубленные деревья, о которых писали в соцсетях, писали общественные дети. Собственно, почему, что, как произошло? Вчера специалисты департамента во второй половине дня выехали на место события на территории ресторана, который принадлежит ООО «Отрада». Зафиксирован факт сноса трех деревьев, снос несанкционированный и обрезка еще 13 деревьев. На обрезку также не были получены технические условия зелентреста, как это предусматривается постановой Кабинета министров. Составлен акт и сегодня подготовлено обращение в Государственную экологическую инспекцию о расчете ущерба и предъявлению этого ущерба к оплате нарушителям.